Случалось ли вам видеть на улице Subaru VRX STI? Случалось и не одну. А хотелось ли вам ее попробовать? Да так, чтобы с визгом резины. Нет? А как насчет Ford Focus RS VRC? Ну, это точно вряд ли. Эта машина предназначена для раллийных гонок, как, впрочем, и Subaru. И машины эти стоят по полтиннику, ну, разумеется, долларов. И эти машины доступны каждому, потому что это всего лишь $50 или 1500 рублей. А как они гоняют? Визг двигателей, управляемый занос, разворот на 180, легко. При всем этом бенз им не нужен, потому что работают на электричестве. Догадались? Да, это наша мечта. Поколение, которое не знало героина, компьютеров, иномарок. Поколение, которое ценило правду и честность и носило пионерские галстуки. Тогда, в 80-х, мы мечтали вот о таких радиоуправляемых игрушках. И только немногие имели счастье делать их своими руками. Сегодня мы научились делать своими руками немного денег и можем себе позволить приобрести таких коней из пластика и переместиться во время назад, почувствовать щенячий восторг, который не может дать ни один компьютерный имитатор. На таких машинках можно гонять, можно устраивать соревнования, можно ремонтировать их собственными руками и тюнингировать. И это не будет стоить сотен долларов. И кроме всего прочего, это прекрасная наука управления автомобилем для ваших детей.